О работе вожатой в школьном лагере Анастасия Козлова знает не понаслышке. Ученица 9 класса прошлым летом занималась ответственным и интересным делом, была наставником и организовывала праздники. Эти каникулы подопечные Анастасии запомнили надолго. Я, получается, танцевала, проводила разминки с детьми. Вот я занимаюсь танцами, поэтому мне это было в кайф. В этом году из-за экзаменов Анастасия не смогла поработать с детьми. А вот Кристине Гаспарян удалось попасть в трудовую бригаду. Изначально она планировала стать вожатой, но мест не оказалось. Семиклассницу направили помогать в библиотеке. Мне очень понравилось, все как бы устраивает. И учителя хорошо относятся, как бы поддерживают иногда. Можно поразговаривать уже на какие-то более... свои темы. Идею летней подработки родители поддерживают. Тем более для школьницы это возможность своими силами приблизить мечту. Я коплю на маленькую мечту и думаю, что если я буду стараться и участвовать во всяких мероприятиях, мне кажется, что когда-нибудь, но мечта это сбудется. Работа кипит не только внутри школы, но и на территории. За лето 27 ребят из трудовых бригад подготовят двор к 1 сентября. Они учатся трудиться, получают первый опыт работы и становятся ответственнее, считают педагоги. Веселые старты, эстафеты и праздничный концерт. Так сегодня открыли первую смену. 3 отряда, 60 ребят. Впереди увлекательные и веселые каникулы под чутким вниманием вожатых и воспитателей. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».